Друзья, всем привет! 28 апреля 2024 года. Мы с Ольгой Викторовной продолжаем гулять по Кисловодску. От колоннады на такси по 500 рублей с человека. Приехали на верхнюю станцию канатной дороги. Идем смотреть. Здесь на канаточке фудкорт выше гор. Кофе перекусить, все есть. И интересные смотровые. Вот он, спуск канатной дороги вниз. Очень эффектно. Погнали, узнаем цены. Канатная дорога работает с 10 до 18. Стоимость проезда 300 рублей взрослые, 200 детские. Друзья, интересная история. Вышел охранник, закрыл двери, сказал, ожидайте. Короче, пускают по определенному количеству людей. Сервис так себе. Но мы не расстраиваемся. Мы гуляем пешочком. Сейчас пойдем искать памятник Лермонтову, который смотрит на гору Эльбрус. Наслаждаемся природой Кисловодска. Памятник велосипедисту. Ольга Викторовна заметила, что велосипед очень похож на наш. Да. Что, бери, погнали, покатаемся по горам. Заводи, поехали. Идем к беседочке. Очень много людей. Много спортсменов, как я уже говорил. Все по теренкурам, лечебным, оздоравливаются на природе. Друзья, шикарные виды на горы. Как же мы, крымчане, скучаем по горам на самом деле. Наслаждаемся прогулками. Идем смотреть беседку Семи Ветров. Беседочка, как всегда, панорамная. Друзья, виды шикарные. С погодой нам повезло. Вон вдалеке вагончики канатной дороги. А у нас сегодня пешеходный маршрут. Спускаемся вниз по красному, самому сложному теренкуру. Пожелайте нам удачи. Дорожки в парке заканчиваются, превращаются в обычные парковые земляные дорожки. Но тем интереснее теренкур. Погнали смотреть дальше. Люди эффектно спускаются на велосипедах. Круто. Удобно, что везде стоят таблички с обозначением. Теренкур номер 3 повышенной сложности. Высота над уровнем моря 1154 метра. Погнали дальше. На склоне нас встречает красивая музыка. Приятно насладиться. Спускаемся ниже и ниже. Друзья, миниатюрный сад камней в Кисловодске. Кто-то заморачивался. Ну, довольно интересно. А мы гуляем по незыбленным дорожкам, жадно вдыхая воздух Кисловодска. Друзья, природа очень напоминает Бахчисарайский район в Крыму. Такие же выветренные скалы, поросшие соснами. Очень красиво. Летит вагончик канатной дороги, поднимается вверх. Друзья, вот оттуда сверху мы спустились. Путешествуем дальше в поисках памятнику Лермонтова. Друзья, мы поднялись на гору Красное Солнышко. Влево у нас была беседочка Семь Ветров, канатная дорога. Гора Малая и Большое Седло. Впереди у нас туристическая тропа, долина роз и канатная дорога. Погнали смотреть. Друзья, вот мы и поднялись на гору Красное Солнышко. Здесь есть кафешка с одноименным названием Красное Солнышко. И вот он, памятник Лермонтову, который смотрит на гору Эльбрус.
Памятник установлен в 2004 году. Все любят на нем пофотографироваться, потереть носик. Куда же он смотрит? Конечно, на горы. Красивее гор могут быть только горы. Карта-схема. Национальный парк Кисловодский. Здесь мы видим нарзанную галерею. Красное солнышко. Беседка семи ветров. Все достопримечательности Кисловодска. Ольга Викторовна отдыхает на лавочке. И пускай весь мир подождет. А мы кайфуем в Кисловодске. Среди сосен идем, гуляем по красному Теренкуру. Взяли мороженое. Вкусное-вкусное за 150 рублей. Пятигорское. Как вкусняшка. И гуляем дальше. Друзья, мы с вами вышли на долину Роз. Красивое место. Очень много кипарисов. Люди гуляют, наслаждаются видами. Классно. Рекомендовано к посещению. Сейчас спустимся, посмотрим на розочки поближе. Вот там видно, они высажены. Шикарный ухоженный парк. Красота. Путь к долине Роз. Очень необычное много людей. Эффектный ландшафтный дизайн на 2 гектарах. Кусты высадили в виде розы. Шикарная парковая зона. Идем дальше. Я вижу крокодила. В парке нас встречает фигура большого зубатого крокодила. Заглянем ему в пасть. Все, спускаемся. Эффектная зона для детей. Класс. Острые зубки. Гуляем дальше. Аллея Роз, Кисловодск. 28 апреля 2024 года. Друзья, наслаждаемся долиной Роз. Более 30 видов разных кустов роз высажено на этой территории. К сожалению, в апреле они не цветут. Но я больше чем уверен, во время цветения роз здесь очень красиво. Так что стоит сюда вернуться и посмотреть на это великолепие. Друзья, кафешка «Долина Роз». Отправили Ольгу Викторовну за эспрессо. Здесь подзаряжаются электромобили, на которых можно спуститься вниз в колоннаде за 200 рублей. Такая вот интересная, веселая прогулочка. Мы ждем кофеек, подкрепимся и дальше. Ты вообще ни разу не «Долина Роз», десерты собственного производства. Я тебе машу, а ты? Я тоже тебе машу. Ценник 300 рублей за десерт. Пробуем кофеечек. Ну как? Крепкий эспрессо. То, что надо. Подбодримся и побежим дальше. Идеальная картина отдыха. Кофе, цветы и зеленые лужайки. Всем релакс, друзья. Друзья, охота за достопримечательностями. Впереди у нас каскадная лестница и красные камни. И выход в город. Выход в город? Погнали в город Кисловодск. Друзья, очередная достопримечательность. Красные камни. Конечно, очередной орел. Идем смотреть поближе. Камни действительно красные. Кисловодский орел. А вокруг зелень, красота, Теренкуры. Живительный воздух. Красота Кисловодска. Эффектно спускаемся по скользким дорожкам. В красных камнях бюст Ленина.
если верить истории, коммунисты из Германии во время Отечественной войны здесь установили этот бюст. Ой, красиво в парке, друзья, красиво. Экскурсии на электромобилях. Очень эффектно. Друзья, мы вышли из парка каскадной лестницы. Видны шикарные горы. Ай, красиво в Кисловодске. Ольга Викторовна, тебе нравится? Очень. Прекрасно. Отзыв. Идем смотреть дальше. Друзья, шикарная, шикарная панорама Кисловодска. Впереди имеется храм, пола. Напомню, сегодня верное воскресенье, 28 апреля 2024 года. В этот праздничный день мы гуляем по Кисловодску. Шикарно. Друзья, эффектный ракурс. Каскадная лестница с ее ступеньками. И водичка весело журчит. Это, конечно, не Петергоф, но тоже очень хорошо. Ольга Викторовна отдыхает, наслаждается Кисловодском. Передай привет подписчикам. Помаши ручкой. Друзья, ставим лайки. Друзья, еще немножко насладимся красотой каскадной лестницы с ее фонтанами. Шикарное место для прогулок. Рекомендуем. Затарились витаминчиками. Кисловодская клубничка. Ароматная. Шикарная, ароматная. 250 рублей. Без ГМО, без химии. Рекомендуем. Эффектный фонтанчик с женской скульптурой. И рядом курортная столовая. Пойдем посмотрим, что там есть. Друзья, курортная столовая. Работает с 9 до 20.00. Друзья, курортная столовая. Суп лапша, хачин с мясом, хачин с сыром, овощи, гречка и морковча. 710 рублей. Ну, как бы чистенько, эффектно. Пожелайте нам приятного. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Ждите следующих видео. До встречи, друзья, из Кисловодска.